Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Уход за косточковыми культурами в саду вишни и сливы в осенний период важен. В основном он заключается в подготовке растений к зиме. Для вишни и сливы осенние мероприятия можно проводить одновременно. Это обработка от вредителей и болезней, внесение удобрений, полив и уход за штамбом. Защита от холода требуется плодовым деревьям в регионах, в которых температура зимой опускается ниже 25 градусов. Особое внимание нужно уделять сортам и рекомендованным для южных регионов, а также всем молодым саженцам. Небольшие деревья можно утеплить лапником. Обложите со всех сторон деревце таким образом, чтобы иголки были направлены вниз, и обмотайте шпагатом. Также есть способ утепления мешками. Для этого оберните сверху вниз штамп белыми полиэтиленовыми мешками из-под муки или сахара. Посыпьте покрытие острым молодым перцем, таким образом отпугивая грызунов. Также, чтобы подготовить к холодному периоду взрослое дерево, необходимо очистить ствол дерево от старой коры, использовав металлическую щетку или скребок. Затем обработать инсектицидами в целях борьбы с насекомыми, например, карбофосом или интавиром. Затем произвести санитарную обрезку ветвей, побелить ствол, перекопать грунт в приствольном круге на полштыка лопаты, затем внести калийно-фосфорные удобрения, обильно полить, внеся 4-5 ведер под каждое дерево, если осень сухая, утеплить приствольный круг лапником или перегноем и после снегопада набросать снег в прикорневую зону. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!